Арест произошел 4 августа прошлого года. Я об этом узнал по телефону от членов нашей организации. Мне позвонили, сообщили о том, что Олесь был задержан людьми в штатском. Belarusian authorities have refused to register Human Rights Center Vyazna since 2003. As a result, the organization is barred from opening a bank account in Belarus. So it had no choice but to open bank accounts in neighboring countries to fund its human rights work. Алис и его организация продолжали действовать, продолжали помогать тем, кто терпел от режима. И понятно, что это его была не только просто работа, это была его внутреннее понимание ситуации, внутреннее желание помочь тем, кому помощь в это время была необходима. On the 24th of November 2011, Ales Bialiatski was imprisoned for 4.5 years on charges of concealment of income on a large scale. Но касаемо самого суда, если вкратце говорить, то мы оцениваем его как исключительно политически мотивированный. И первое время нам было довольно тяжело без Олеся. Тем не менее, мы продолжаем свою работу и свою активность. Но я бы сказал, что это была демонстративная акция властей относительно правозащитников. Да, тут год прошел, можно о чем-то говорить, какие-то выводы делать по поводу прожитого и пережитого за этот год. В общем-то, так получилось, что в результате ареста, в результате вынесенного приговора семья была разбросана. Алис в тюрьме, сын сейчас находится за границей, я здесь. И, в общем-то, этот год был проведен в одиночестве. Хорошую фразу основателя организации, это Питера Бененсона, он сказал следующее: если усилия многих людей объединить в единый порыв, можно многого добиться. Я считаю, что это как раз должно дать свой результат. И это важно, это нужно делать. My name is Heather McGill and I work on Belarus for Amnesty International. We believe that Ales Bialiatski is a prisoner of conscience, that he has been sentenced to 4.5 years for carrying out his human rights activities, for attempting to finance his human rights organisation in incredibly difficult circumstances. We ask you to join in this campaign because we think if we can achieve freedom for Ales Bialiatski, we can make a big difference in Belarus.